Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов имени Карбышева – одно из структурных подразделений системы ДСА в Беларуси. В большом перечне учебных профилей особое место отводится подготовке водителей. Категории самые разные – от традиционной и самой популярной «Б» до профиля международной перевозки и транспортировка опасных грузов. Да, период пандемии отразился на работе центра. Был взят курс на частичное дистанционное обучение. Наши преподаватели умело сработали по дистанционному обучению. Вот. И на сегодняшний день обучаем мы те, которые не могут по каким-либо причинам или на удаленке, или болеют, обучаются по удаленной системе. Вот. А вообще сработали достаточно неплохо. План подготовки мы выполнили. Это порядка более 1300 человек подготовлены за 2020 год. Хотя, как показала практика, приверженцев встреч офлайн все же больше. Среди тех, кто посещает занятия, есть и так называемые гражданские и военнообязанные. ДСАФ – единственная организация в стране, которой доверена подготовка водителей для силовых структур. Кроме того, в 2020-м в центре была создана первая особая группа. За руль сели люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для их обучения был закуплен специальный переоборудованный автомобиль. И экзамен курсанты прошли успешно. ДСАФом был приобретен для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Вот. У нас обучалось 9 человек. Успешно все сдали, 100%. Они довольны, счастливы. Свою порцию счастья в ближайшие дни ожидает получить и Роман Карпик. У него скоро экзамен. В копилке опытного водителя есть уже все категории. Теперь для работы понадобилось освоить профиль перевозка опасных грузов. Последний этап обучения – очный. Хотя некоторое время мужчина проходил программу дистанционно. Скинули программу на телефон и через телефон занимались. Изучали вопросы. Сейчас на компьютерах решаем. Комфортно, все устраивает, преподаватель хороший. Никаких нет проблем, все четко. То, что никак не отточишь дистанционно, так это вождение. Здесь встречаются теория и практика. Благодаря талантливым инструкторам, а также постоянно обновляющемуся автопарку, процесс обучения проходит достаточно комфортно и удобно. Это же сказывается и на результатах экзаменов в госавтоинспекции. Большая часть курсантов учебного центра получают заветные права без пересдач. Мы постоянно обновляем автомобильный парк. В прошлом году мы приобрели новый автомобиль с автосалона «ГАЗ Next», грузовой автомобиль «Volkswagen Polo». Вот, купили автомобиль грузовой также «МАЗ». Вот, это все делается для того, чтобы создать комфортные условия для обучения наших учащихся. Современно постоянно обновляемый парк автомобилей, уютные классы, коллектив педагогов-профессионалов – все это позволяет учебному центру имени Карбышева идти в ногу со временем и предлагать только актуальные знания и проверенные программы подготовки. С учетом того, что даже в период пандемии работники учреждения смогли выполнить поставленные перед ними задачи, очередной год обещает быть не менее насыщенным и результативным.